ставки, кокаин, шлюхи, казино. Блядь, убили, суки. Вы видели новую Доту Плюс? 3 новых сета, куча плюшек и самое главное, возможность добавлять игроков в Blacklist. Нет. Blacklist это, конечно, круто, но еще круче выиграть 5-летнюю подписку Dota Plus на тесте дроп. Да, это практически пожизненная подписка. При выигрыше твой Steam аккаунт пополнят на нужную сумму, а чтобы было еще больше шансов на победу, открывай сундуки мультикаста, где есть шанс сразу на 4 открытия. Тебе этого мало? Тогда переходи по ссылке в описании, пополняй баланс со специальным промокодом и получай дополнительный сундук и плюс 15% к пополнению. Здорово, 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 ребят, как ваши дела, рассказывайте, как эти 5 дней не было стримов, по-моему, последний стрим был в четверг, задержался в Москве, не думал, что задержусь так долго, я вообще думал, либо в воскресенье вечером прилечу, либо в понедельник, получилось так, что я прилетел только вчера, и то вчера где-то в 9 вечера я прилетел, и вчера уже подрубать не стал, потому что весь день на ногах, круто было, на самом деле, увидеть многих из вас на Игромире, ну, не знаю, кто был, тот понимает, о чем я, классная была атмосфера на Игромире, очень было круто вас видеть, потому что, ну, я вообще не ожидал, что будет так много людей, я не знаю, там я просто час, наверное, ребята ко мне подходили и не заканчивались, я вообще не ожидал, ну, типа, Игромир, я не ожидал, что столько дотеров там будет. Пизда тебе. Кто пчелок уважает? Ой, блядь, да беду, спасибо за 1000. Я так понял, ты подготовил свой плейлист на стримец. Даже чувак, который пришел на Игромир с гитарой, он, блядь, вышел на сцену и начал пчел петь, ебать. Им каждая... Ну что, ребят, кто пчелок уважает, тот чаек наливает, присаживается, и сейчас мы уже поедем. Ну? Даже в Москве, сука, меня пчелы преследовали. Бля, это пиздец. Мама говорит, я не инвалид. Блядь, она тебя наебывает. Прикольно, прикольно было на Игромире, именно сама атмосфера, именно как вот по стендам, я не особо гулял, ну там людей было так много, что... Фух, да, ребят, и лещей дал, Федора вообще всю ночь пиздил в UFC, дурака. Там вообще, короче, лютая движуха была, там было автопати, короче, я решил, я подбухнул и решил всех начать в UFC пиздить. И перепиздил весь автопати зал. Просто пацаны отлетали по очереди. Ну, короче, не знаю, первую игру надо что-то взять, чтобы поменьше кнопок нажимать и попроще было поиграть. Поэтому я предлагаю взять шторма. Естественно, самый простой герой в доте. Тут мало нажимать надо, все изи будет. Поехали. Всем хорошего вечера, ребят. Погнали. Будем сейчас сосать, наверное. Я не знаю, у меня... Я вообще не чувствую ни мышку, ни клавиатуру, потому что в доту я не играл. 7 лет назад его приняли на закладки и посадили в СИЗО. Пытались впаять статью 228. Кого? Сокамерники заметили, что стременник ворует сигареты и к нему прилипла погоняла крыса. За это в камере его опустили. Собственно, поэтому он сейчас топит за геев. Нахуй школьник. Глянь, сайленсер задрот какой. Посмотри на него, хоть как с ним сражаться вообще, если он такой потный. Алло, выйди на улицу, погуляй, блядь. Просто всю шляпу мне отбил. Регенерация на топе, можно? Нас душат, конечно. Меня тоже душат. Габен, спасибо. Ребят, может, стопнемся лайнами? Люблю, я когда Габен меня слушает. Будет. Спасибо, Габен. Не будет тебе легче здесь. Спасибо, Габен. Габен, ну не надо только проклинать меня. Ну, типа, здесь мне вообще крипам подойти не дают. Не проклинай меня, просто дурак. Лянь, ждет меня. В идеале можно вообще 2 зайцев сейчас убить, блять. Остаться вот тут триплой, обосрать нахуй кора и дать выформиться мне. Какой-то гений в команде, вы слышали? Какие гениальные мувы предлагают делать. А вот мне бы в идеале ботл принести. Ты умер, брат. Ебать, если бы я сейчас миссанул. Если бы я сейчас миссанул, я бы умер, прикиньте. То есть, если бы сейчас был мисс, он бы просто мне с хайграунда дал бы глейв, и я бы сдох. Эй, ты что делал? А, у меня 6-й! Это все пизда тебе, дружок, блядь. О, 3 мисса, блядь. Ору. Не, ебать, а как? Я что-то вообще игру не чувствую. Я не понял, как я так быстро 6-й левел получил. Я вообще думал, я 5-й, а я 6-й, нихуя себе. Я чуть на 6-м левеле сейчас реминант в 3 не взял. Вот это был бы прикол. Сука. Принесу ПТ-ху и попробую еще раз. Хватит, сука, там у меня снизу какой-то мангоед жирный стоит. Стопудово огр. Жрет и жрет, сука.
Короче, загнобить тиммейта, чтобы он заплакал? Но это не в этой игре, наверное. Как проебать реген? Обращайтесь ко мне. Я просто нажал реген, но он его успел ударить и сбить его. Пес. Сам пес. Спасибо за донат, сам такой. Спасибо. Можно ТП сюда, тут уж все? Разбил ебасосину, дураку. Спасибо за ТП, спасибо за так... большое. Подожди, это что за... Это, блядь, я... Что говоришь? Ничего, говорю, фарми. Я уже, говорят, должен их убить, понимаете? С кем я сейчас разговаривал? Я, кажется, нашел, кого я гнобить буду. Кто это был, пацаны? Это фантомка была? Ну все, пизда ему. А чё передай, пожалуйста, моей девушке Наташе привет. Которая привет. Заставляет меня ехать с ней в ресторан, о, а не смотреть твой стрим. Заставляет, я надеюсь, она оплачивает тогда. Ты скажи, блядь, если... Значит, если я не буду смотреть стрим, мы едем в ресторан, окей, не вопрос, но ебать, ты угощаешь, тогда скажи. Иначе, ну его нахуй. Надо же как бы поровнее, похитрее быть, правильно? Спасибо огромное за донат, товарищ Кукол. Удачи тебе в ресторане и привет твоей жене, девушке. Я не знаю, кто там, девушка или жена была, подождите. Моей девушке, девушке, но не жене. Наташе, привет. Вот так вот будешь знать, как пацана от стримов отвлекать, блядь. Хуй женится на тебе. Скажет, о, блядь, по ресторанам вот это ездить, блядь. Лол. Ты охуелся, что ли, блядь? Ебать. А ты что, типа? Ты бешеный медведь? Или ты дебил? Ебать, догонять, глянь. Догонять пошел, блядь. А теперь убегать, ебать, да ты определись уже, ты, блядь, догоняешь или убегаешь? Чисто больной медведь бегает, это что такое, блядь, что это за кукол? А, косу мне хочет дать, ты посмотри на него, смотри на него, давай косу, косу давай, давай косу. Оп, минус коса, ебать, изи. Дебил, старый, блядь. Ну, Fire Fire карманное было, как бы, припасено на такие моменты. Все, и они их всех убили еще, погнали отсюда. Даже гнобить его не хочется, блядь. Что ты там бегаешь, нюхаешь, алло, блядь, кукол. Ты, надо было через Shift Grave нажимать, брат. Подожди, давай, о, ля-ля-ля, жирная подмога. Ебать, блядь, не хочу, вот, хорошо. Вот это мы видали? Командная работа, хорош, жирный, хорош. А фантомка у нас ничего не делает, вообще, дно. Так, проверим его. Да иди ты нахуй, бля, я без фарма. И нихуя еще не сделаю, блядь. Что ты, блядь, огрызаешься? Ну днище, нах ты руинишь, блядь, игру нам. Мы вот тащим, стараемся, ты, блядь, руинишь. Ну бля, ну не надо так жестко, ну чел, блядь. Я играть теперь не хочу, нихуя. Вы что, в пати, да? Ты так хуево, блядь. Все, это плюс косарь. Все, друзья. Да, блядь, он походу понял, что он на стриме. Ну это плюс косарь, он уже плачет. Давай плачь, сука. Быстро реви, фантомка, блядь. Ливай нахуй. Но. Нище, репортим фантомку после игры. Пиздец, блядь, не на свою роль нахуй тыкнул, пиздец нахуй. На корах вообще не катай нихуя. Я тебе говорю, реветь надо. Ты можешь пожаловаться, что тебе... Так я, блядь, реву нахуй. Сука, блядь. Ну я на публику не люблю, блядь. О, видишь, блядь, изейшие косарь. Блядь, убили, суки. Ну ты нище на пудже, плюс два косаря, ебать. А ну всем реветь, сука. Каждый сейчас должен пожаловаться, что он загнул, блин. Давайте. Пацаны, у меня трое, мне пизда, нахуй. Ну хотя, не пизда, а не пизда, ща коса будет, блядь. Сука, пиздец. Сука. Ебать ты лошара, пизда. Ебать, минуту нахуй почти, это какого хуя, блядь? Не понял, а это что, что означает? Это типа бандит, что ли? Что такое, брат? Давай, блядь. Драться, сука, хватит убегать. Вы все пизды дайте, сука, хуевшая. Шторм, ТП на нижний, шрань. Фастом вообще КД, резко нахуй. КД, я наверх портовался. Бля, хуёво. Вот. Тут все пятеро, хули. Минус, уже меньше. Все не без урсы, вот так. Это урса была? Я думал, это дазл. Ну ладно. Бля, ты чё такой дерзкий? Я не хочу его ни арчит давать, ни стягивать он так, в этой игре уже никого гнобить не буду, мы побеждаем. Тут как бы бессмысленно гнобить. Найс трек. Усатый, куда ты проебал 22 миллиона? Ставки, кокаин, шлюхи, казино.
да, мне, да? Привет, Няш. Скучал по твоим стримам. Как настроение? Косарик, блин. Это... Ты что, дурак, блядь, так бить сильно? Ублюдок. Вернулся. Еще раз так уедешь, и я тебя дубинкой 4x пробью. Целую в пузи. Соскучился меньше, чем ты. Ой, ну нахуй, лети. Фол. Да какой баш, ёб, сука, блядь, ебаная. Нахуй ты руинишь, блядь, объясни, на пудже, вот почему ты фидишь, заебал уже. В смысле, блядь, баш прошел, ёбаный ты насос. Ты, крысь усатый. На андерлорда. Да-да-да, отбей мне ебало за баш, правильно, с первого удара за баш меня на урсе, все верно. Блять, байбекнусь и выиграю эту игру, иначе мы сейчас будем играть, пиздец. У на бифури мы воды избрать, бифури мы дички сар, или гачи пародию на знаешь ли ты. Стип меня тупо с первого удара забашил, урод, умри. Но на бой с видео нужно все, байбек, 6 просмотр. Слушай, у меня скорость передвижения больше, чем у тебя даже без физов. Ты меня говоришь, что я тебя стоплю, пилом. Хорошо. Самое главное было, чтобы он не нажал Blade Mail, потому что он нажимает БМ и все, и я не могу его бить нормально. Не, блин, пиздец. Просто тип взял меня с первого удара, забашил, и в итоге я забашил, умер охуенно. Надо шиву делать было, а не хекс. Хотя хекс тоже норм зашел. Да, сделаю шивенцию, чтобы от урсы больше так не отлетать. Нормально. Ну я его захексил, он не смог спасти урсу. Ну да, с Шивой меня и урса пробить-то толком не сможет. Потому что вот я в моменте, у меня не было Шивы вот здесь. И у меня было все слоты, кроме Шивы. Все то же самое. Меня просто урса забашила с удара и убила. Привет, говорящий усатачка. Крысиная крыса. Петушиный петух. Собачий пес. Гейский гей. Анальная жопа. Конская залупа. Распроебанец хуев.